красавцы мужчиной и по пляжу в трусах рассекать, напрягать мускулистую спину, мускулистый живот напрягать, обаять подходящую даму, а потом рестораны тахта. Она скажет позднее, ведь учила же мама, что все мужики свобода. Чтоб не случилась такая драма, вам надо помнить советы мамы. Среди красавцев полно мерзавцев, какой кошмар. Но кому охота любить урода, увы, советы такого рода. Девичье ухо к учению глухо, au revoir. Ценят женщины ум и культуру, а также песни под белый рояль. Но фактура важнее, фактура, чтоб здоровый и крепкий, как сталь, чтобы тело струился бы эрос, чтобы профили, чтобы анфас. Ой, девчонки, балдею, ну просто бандерас, хочу его прямо сейчас. Ведь и же счастье на белом свете, а он подъехал в кабриолете. Такой красавец и вдруг мерзавец, да никогда. Но снова драма, ты знала, мама, что мама тросит и сразу бросит. Да жаль, что бросит, но как матросит, обидно, да. Ну куда же летишь ты, прелестная птичка, колибри? Только косточки хрустнут в смертельных объятиях самца. Но уже поздно увяз коготок, он ее в уголок поволок. Он и кушает в месяц по дюжине, ай, молодца. Я рыба, а я дохлая рыба хамса. Нету в мышцах крутого изгиба, не растут на груди волоса. Но я из кактуса сделаю чачу, моя робость пройдет без следа. Я ж в душе настоящий кипящий мучачу, горячий, как сковорода. Расправлю плечи и пройду упруга, и все соседи помрут с испуга. Жаль, только нету кабриолета, ну и плевать. Вот то, как выйду, скажу короче. Buenos dias, buenas noches. А та с испанцей иду на танцы. Атаковать. Подходящую даму приметив, подойду к ней, небрежный такой, и скажу ей: милашка, приветик. Ну так я нарушу твой гордый покойник. Ну что, скажу, пойдем в ресторан для начала. Проведу я ее рукой по спине. А потом, получив пару раз по сусалам, вернусь я к любимой жене, своей жене, родной жене, любимой жене.